Колпашевском районе продолжается социальная газификация. Работы по подведению газа к домовладениям ведутся в микрорайоне Шпальное, села Тогур. Напомним, программа была запущена в нашей стране в 2021 году. Ее реализация предусмотрена по 2023. В рамках социальной газификации к домовладениям вблизи газопроводов бесплатно подводится газ. В программу попали населенные пункты, которые уже частично газифицированы. На территории нашего муниципалитета это Колпашево, Тогур и Чижимто. Основной объем работ по социальной газификации был запланирован именно на 2023 год, сообщал ранее заместитель главы района по строительству и инфраструктуре Иван Ивченко. В июле этого года работы по подведению газа к домовладениям, согласно плану графику дегазификации, начались в микрорайоне Шпальное. Местные жители наиболее активно приняли участие в подаче заявок на подключение. Получить доступ к голубому топливу смогут более 120 домовладений, сообщает городская администрация. Подрядная организация проложила более 6 километров газораспределительных сетей. Всего планируется проложить около 8 километров. Что касается подведения газа к дому от границ земельного участка и установки газового оборудования, эти расходы ложатся на плечи собственников. О расчете стоимости проведения работ по газификации дома во время одного из прямых эфиров Центра управления регионом рассказала начальник управления дегазификации компании «Газпром» газораспределения «Томск» Елена Русинова. Собственнику жилого помещения необходимо выполнить мероприятия в границах участка. Данные мероприятия являются платными. А именно, заявителю нужно будет создать сеть газопотребления и приобрести и заказать установку газоиспользующего оборудования. Это может быть котел, плита, водонагреватель и другое оборудование. Стоимость, она варьируется и зависит от того вида работ, какие нужно выполнить. Прежде всего, это способ прокладки газопровода по границе участка, либо он будет в границах участка, простите, либо он будет подземный, либо надземный, протяженность имеет значение, а также самое основное стоимость складывается из того оборудования, которое выберет заявитель. Более мощный котел, либо небольшой производительности котел, также будет ли или не будет плита, то все это индивидуально. На сайте единого оператора газификации есть калькулятор, по которому можно примерно рассчитать стоимость подключения в границах участка. Также можно обратиться за данным расчетом в единое окно «Газпром газораспределения Томск». Специалисты посчитают примерную стоимость подключения в границах участка, исходя из тех потребностей, которые есть у заявителя. Государством предусмотрены некоторые льготы для газифицирования жилых помещений. В частности, отдельным категориям граждан доступны государственные субсидии. Они выделяются из средств федерального и областного бюджетов. Расходы на газификацию компенсируют несколькими суммами – 50, 75 или 100 тысяч рублей. Государственные выплаты направляются на покупку, установку газоиспользующего оборудования и оплату работ на территории домовладения. О льготных категориях, которые могут рассчитывать на сертификаты по компенсации на газификацию, нам рассказала начальник отдела приема, ввода и обработки информации Центра соцподдержки населения Колпашевского района Татьяна Унжакова. Сертификат оформляется через МФЦ. Право на получение сертификата имеют участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, инвалиды боевых действий, многодетные семьи. То есть данные категории, которые я перечислила, они без доходов получают сертификат. Обращаются в МФЦ с соответствующими документами и получают сертификат. Это в рамках газификации? Это в рамках газификации. Обычные. То есть обычные. Это именно жилые дома газифицируем. И плюс еще малоимущие семьи, у которых доход не превышает 14 466 рублей. Но опять же там рассматривает МФЦ размер дохода. То есть там может быть как 100% сертификат, это 100 тысяч, так и 75%, и 50%. То есть в зависимости от дохода. После получения сертификата гражданин газифицирует дом за собственный счет, после чего обращается в Центр соцподдержки с необходимыми документами для получения компенсации на указанную в сертификате сумму. Одной из жительниц, которая получила сертификат на газификацию жилья, является многодетная мама Виктория Смирнова, которая проживает в микрорайоне Шпальное. Подведение газа к дому семья ждала с нетерпением. Подавали документы на догазификацию, а в мае я подавала. То есть и в течение там недели уже забрала договор, и все.
То есть подходим под субсидию, как многодетные. Но чтобы получить эту субсидию, для начала нужно приобрести газовый котел, батареи, то есть если будем устанавливать. Это для подключения внутри уже, внутри, да? А к дому вам подводят бесплатно, да? Да, к дому подводят бесплатно. Сейчас у вас какое отопление? Печной у нас пока. Пока газ будем проводить, наверное, уже в дом в течение года. Пока будем пока на печке, что нету финансов. Перспектива радует? Да, конечно. Учитывая, что какие нынче дрова по цене, и намного удобнее уже. И отопление газовое уже топить не надо. Включил и выключил, отрегулировал, как тебе надо. И плита. То есть все уже будет в моменте. В Томской области работает горячая линия по льготам на газификацию жилья. Свои вопросы можно задать по номеру единого контакт-центра социальной защиты. Сейчас вы его видите на своих экранах. И по телефону в Томске 602-799. На газификацию и сертификаты из регионального бюджета выделили 89 миллионов рублей, на субсидию из федерального и областного – около 150 миллионов. На субсидию могут рассчитывать жители области, которые с 1 января 2023 заключили договор о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках дегазификации с 1 января текущего года. Газифицировать жители Томской области могут не только жилые дома, но и дворовые постройки, такие как стайки и гаражи. Нововведение вступило в силу в феврале этого года. Строение должно быть официально зарегистрировано, подчеркнула специалист Центра соцподдержки населения Колпашевского района Татьяна Унжакова. Это догазификация надворных построек. Бани, гаражи, теплицы. То есть, может, какие-то там стайки, сарайки. То есть, но, опять же, эти постройки должны быть официально узаконены. То есть, документы на недвижимость соответствующие постройки. Рассчитывается в пределах не более 100 тысяч компенсация по дегазификации. Но здесь нюанс такой. Значит, сначала человек, то есть если все документы в порядке по недвижимости, обращается в газораспределительную компанию, заключает там договор, то есть ему обсчитывают все нюансы, да, и потом уже газораспределительная выполняет работу. Человек принимает акт, что действительно все выполнено, и тогда уже обращается к нам со всеми документами, и мы непосредственно вот эту сумму, да, на которую были затраты, мы перечисляем непосредственно в газораспределительную компанию. То есть человек здесь не несет никаких затрат. Право на компенсацию газификации надворных построек имеют следующие категории граждан. Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий и члены их семей, многодетные семьи, а также малоимущие семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 14 466 рублей. Отметим, сертификат на газификацию является областной мерой поддержки. В текущем году за полгода сертификаты получили 860 жителей региона. Реализовали их почти 500 человек. Что касается субсидии, это новая мера поддержки. Она предоставляется из средств федерального бюджета и действует только на газификацию по договорам, заключенным в текущем году.